находиться вдали от городского шума и суеты, наслаждаться природой, но в то же время пользоваться всеми благами цивилизации и использовать свое время наиболее эффективно. Это возможно, лишь преодолев глобальные проблемы современности, такие как перенаселение городов, загрязнение экологии, исторически устаревшая инфраструктура. Линейные города U-City позволяют сочетать здоровую среду с высоким уровнем комфорта и транспортной доступности, открывая путь к образу жизни будущего. Строительство поселений нового типа осуществляется в логике Smart City, в котором земля принадлежит пешеходам и растениям. Основа линейного города – пешеходные кластеры с малоэтажной застройкой. Дома с зелеными крышами – это энергетически независимые системы, которые обеспечивают жителей электроэнергией, теплом и продуктами питания. Каждый кластер рассчитан таким образом, чтобы комфортно разместить на своей территории до 5000 жителей и имеет одну или несколько реликтовых солнечных биоэлектростанций. Биоэлектростанции параллельно с выработкой энергии способны производить до 50 тысяч тонн плодородного гумуса в год из отходов угля и сланцев. Эта продукция очень востребована в мире и может стать ключевым элементом развития колоссального экспортного потенциала любой территории. Отличительный элемент каждого кластера линейного города – здание доминанта многоцелевого назначения со встроенной станцией транспортной системы Unitsky String Technologies. При необходимости эти системы могут связать кластер с городом, вблизи которого он будет построен, и предоставить высокую транспортную доступность, а также обеспечить интегрированность в существующую инфраструктуру. Энергетические, информационные и прочие коммуникации могут быть размещены в корпусе струнных рельсов, ноу-хау которых защищено патентами компании-разработчика. В настоящее время технологии, входящие в состав линейных городов U-City, реализованы на территории исследовательских центров в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах. Построены и успешно эксплуатируются 6 типов инновационных зданий. Возведено 6 типов воздушных коммуникационных эстакад и более 10 принципиально разных моделей пассажирского и грузового подвижного состава. Все виды созданного транспорта, технологии и ноу-хау появились благодаря многолетнему труду инженера Анатолия Юницкого и его компании. Линейные города U-City способны стать мощным инновационным драйвером развития экономики на основе внедрения природных технологий в производственной, жилой и транспортной инфраструктуре, энергетике и сельском хозяйстве. В будущем линейные города будут иметь протяженность десятки, сотни и даже тысячи километров. Они гармонично впишутся в любой существующий природный ландшафт, сохранят региональную и глобальную экосистемы, позволят эффективно осваивать отдаленные и труднодоступные территории, задавая новый стандарт расселения, соответствующий вызовам 21 века. Так, ну что, друзья, проверяем звук. Звук, я думаю, что есть. У меня открыт второй экран специально, чтобы я слышал тоже звук. И вот сейчас заканчивается трансляция в YouTube. Я думаю, что... Коллеги, поставьте вот плюсики просто для того, чтобы для понимания. Если звук есть, значит, все хорошо. Для тех, кто там... кто слушает, кто еще будет слушать, кто уже присутствует. Угу, отлично, вижу. Хорошо, прям буквально сейчас одну секундочку и начинаем.
Вы знаете, вот хочу здесь обратить внимание, у нас в чате, так, в YouTube тоже пошло, в чате вот я всегда спрашиваю коллег, всем добрый вечер, кто с какого года, да, именно в проекте. Вот здесь Сергей Астафьев написал с 2020-го, поздравляю, Сергей, Николай с 18-го, Ольга с 14-го. Астафуров Владимир 2021 и Фокин Виктор 2022. Ну, поздравляю, вот, конечно, вот тех, кто уже бывал, и Ольга, да, я так понимаю, 14-й год, как и я тоже, это те, кто прошли самый огонь и воду и все прекрасные моменты с развитием нашей компании. Вот Астафуров 20-й и Астафуров 21-й Владимир и Сергей Астафьев 20-й год. Ну, это, можно сказать, так молодцы, да, вообще прониклись именно той информационной части, которая сейчас у нас существует в просторах интернета, да? Очень хорошо, и я всех, конечно, с этим поздравляю. Сразу отвечу, вот здесь вот в YouTube написали Дина Курманова, пишет, когда будет обратный выкуп долей, я точно сразу скажу вам, что этим занимается головная компания. И головная компания в этом направлении работает. И я честно вам хочу сказать, что правда, не оставит никого в обиде, это точно. И еще вопрос, когда закончится 15-й этап? 15-й этап, коллеги, у нас закончится тогда, когда мы выполним все обязательства. Но в любом случае, я вам точно скажу, что он не будет длиться очень долго. Очень долго и бесконечно это нет. Когда начнется 15-й этап. Коллеги, вот вопрос такой, знаете, когда начнется 15-й этап? Я честно вам скажу, задается вопрос, это для чего? То есть какую цель вы преследуете? Если вы преследуете цель, что когда закончится 15-й этап, то мы начнем, допустим, адресными проектами заниматься или еще проектами, но то это глубокая ошибка. Если вы ждете 15-й этап для того, чтобы получить обратный выкуп, но значит, нужно чуть-чуть подождать. Если вы 15-й этап ждете, то есть для чего? Поставьте вы себе вопрос как-то более понятно, потому что для меня 15-й этап, когда заканчивается, это новый вообще этап и новый виток развития компании со всеми благами и всевозможными привилегиями, кто что ждет. Поэтому вот здесь в интернете пишут в YouTube Юрий Ячнев, если правильно, извиняюсь, 15-й этап уже есть, и ответил вот Алексей Берзин, 14-й год, молодец, Алексей, тоже наш человек с того времени, когда не было вообще информации по, вот только вот такая брошюрка, или вот как вы сейчас видите на экране, это то первое 3D изображение, которое мы тогда смотрели. Кинже Мендигулова, 17-й год, Юрий Ячнев, 14-й год. Ержан Жанбеев, у Дюйнова тоже идут быстро. Я вообще просто рад, если у кого-то идут хорошо и дела, потому что я радею за нашу компанию и делаю все для того, чтобы эта компания, помогаю этой нашей компании во всех всевозможных вещах, чтобы наша компания вышла именно туда, куда мы идем, а мы выходим именно правильно и корректно, и об этом я сегодня буду говорить. Ладно, поехали. Пройдемся. Вы знаете, я сегодня хотел пройтись по именно тем историческим моментам. Я посмотрел ближайшие вебинары или крайние вебинары, проводящие моими коллегами. Коллеги в основном уделили внимание новостям, всевозможным вещам, которые имеются в виду техническим вещам и все, что связано с технологией. Вы знаете, они немного чуть-чуть подзабыли историю развития нашей компании. Я хотел бы вот вкратце, прям быстренько пройтись по истории развития нашей компании. И для тех, кто будет смотреть впервые, меня зовут Владислав Волков. Я руковожу СВЦ по Бельгии, и на сегодняшний день я еще и стартовал в руководстве отделом, ну это я скажу дальше, отделом адресных проектов, да, или подготовки адресных проектов для СВЦ. Я в конце вкратце об этом обрисую это все направление, скажу, для чего это, с чем это связано, и
Почему мы это сделали, да, почему компания приняла такое решение. Но это в конце. Международная компания с перспективой охвата, помните, до 50% мирового рынка транспортных услуг. Я теперь точно знаю, что это так, потому что, ну, уже, я бы сказал так, на 99% внутри всей системы и внутри всего того, что происходит вообще по не только по проектам, но и по продвижению внутреннего нашей компании. Вот так помните, как мы первые вебинары показывали вот все наши направления городского, высокоскоростного, грузового и юнибайка. И единственная фотография, правая внизу, юнибайка, это была реальная фотография. Все остальное было 3D изображение. Но все равно это не остановило тех, кто в 2014 году не остановило, да, всех тех поверить сердцем, почувствовать, что это технологии быть. Конечно же, потом появились юнибайки, юнибусы, бирельсовые, монорельсовые, высокоскоростная машина, трассы и все, что связано сейчас с интерьером, прекраснейшим интерьером, вообще поразительным, очень таким высококлассным интерьером, и этим можно гордиться, правда, без всяких здесь приукрас. И, конечно же, та станция, которая была построена, вот вы сейчас вы видите на данном слайде, станция двухъярусная, на первом этаже у нас музей, все помнят, что там есть имена, да, на потолке имена практически всех первых партнеров, кто-то уже знает и находил свою фамилию, я находил свою фамилию. Второй этаж – это подвесная станция, и третий, самый верхний – это навесная. Это жесткая путевая структура. Очень красивая станция, но у нас в разработке есть порядка, ну, наверное, более 100 всевозможных разновидностей станций. И я их все воочию видел. Вы не представляете, какие они красивые. Очень хорошо Анатолий Радович в одном из видео рассказывает о том, что такое аэродинамическое сопротивление и почему мы на первом месте. Я не буду сейчас останавливаться, все уже прекрасно знают, что аэродинамика у нас очень прекрасная. И, то есть, коэффициент и те цифры, которые мы достигли, они, ну, достойные. И это все зафиксировано на бумаге и получены соответствующие патенты. Реализация на практике, помним мы, да, город Озеры или, ну, пускай будет город, он такой, поселение городского типа. И там мы испытывали именно путевую структуру. Это был 2001 год, 12 апреля 2002 года здесь написано. Но это был 2001 год. Но протокол был создан 12 апреля 2002 года. Именно протокол, говорящий о том, что путевая, стендовые испытания прошли успешно. И именно здесь нужно фокусироваться не на самом ЗИЛе, а на путевой структуре, то есть путевая структура была испытана под нагрузкой, и, соответственно, мы там получили цифры, патенты и всевозможные вещи документальные, которые на сегодняшний день используются как основа, да, основа. Помним эти знаменитые кадры, на них останавливаться не будем. Анатолий Дадович не только в детстве, не только в армии показывал свои технические, я бы так сказал, успехи, да, ну и, конечно же, то, что он в институте, будучи студентом, делал свои рисунки, уже тогда задумывался, это говорит о многом. Газеты о нас тогда писали, всевозможные журналы, очень много и сейчас пишут о нас, и экотехнопарк, который мы начали строительство в 2015 году, в июле, с инженерно-геодезическими изысканиями, где Анатолий Радович в костюме, в галстуке, в сапогах. Да, помните, сам именно бороздил поля. Первый бетон, тогда с бетоном было трудно, но тем не менее все представители правления SkyWorld Community на сегодняшний день, тогда это было SkyWay Capital, присутствовали на закладке вот этой первой капсулы. Капсула, где написано на бумаге послание потомкам. И первую капсулу уже вот в ближайшее время будем выкапывать. Так что первую капсулу будем выкапывать и читать то, что там написано было. Послание в будущее. Стройка была такая грандиозная, не хватало ни металла, ни бетона, но тем не менее все структуры, все инженеры, и тогда их немного было, кстати, инженеров, и весь состав технический, конечно же, делал все возможное и невозможное. Получали
лапы, вот вы видите, под Г-образные опоры, да, закладывали первый нулевой километр. Кто присутствовал на этом нулевом километре, на открытии, тоже вас поздравляю, потому что это знаменательная такая дата, она вошла в историю, и фотографии эти сохраняйте. Вот видите, на правой нижней фотографии я тоже тру обозначение на карте Республики Беларусь. Это как бы такая теперь стала, ну, можно сказать, ну, так, такое знаменательное событие, нужно обязательно потереть, да. Вот. Но вот такой нулевой километр был тогда в Озерах, установлен в марте 2001 года. Это тоже было знаменательно. Дальше ноябрь 2015 года, мы поднимаемся выше, было холодно. Мы делали, помните, да, подготовка котлованов под фундаментные стаканы, 19 промежуточных опор. И в феврале они были уже установлены, мы радовались тогда, я помню, даже поднятию, вот этим всевозможным перекрытием. И все, что происходило по строительству, я тогда помню очень хорошо, декабрь, январь 2016 года, армирование, видите, плиты перекрытия первого этажа, каждый шаг, и даже вот лазерная такая пробивка всех наших анкерных опор, промежуточных опор, которая показала, что четкая была установка, и миллиметр в миллиметр, но тогда это было очень, очень так показательно и радостно внутри. Помним, да, мы поставили одну специально, вот на правом слайде видно промежуточную опору, но она необычная, она не бетонная, а она железо, да, то есть из железа. То есть мы внутрь залили бетон, то есть железобетонное. То есть этим мы показали, что не только бетонные могут быть, но и железобетонные, да. Ну и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Мы строили выше и выше. И первый в апреле 2016 года, кто помнит, первый фестиваль, это экофестиваль, где присутствовало 850 партнеров. Это наши патроны, да, правильно, я не оговорился. Первые патроны наши, партнеры, которые, 850 человек, которые прибыли именно в Марину горку, вот под этим шатром. Погода должна была быть просто плохая, и погода метеослужбы говорила о том, что просто дождь весь день и страшнейший ветер. И, но, вы знаете, я знаю точно, что нашу технологию ведут, и тогда все было сделано, я не знаю, силами, раздвинуты облака, и было яркое солнце, и те пушки отопительные, которые были приготовлены, они, в принципе, нам не пригодились, потому что было очень жарко, очень жарко. 850 человек, мы тогда наблюдали вот все эти промежуточные анкерные опоры, недостроенную станцию, закладка была другой промежуточной опоры, Г-образные опоры, установка Г-образных опор, и так далее, и так далее, и так далее. И все это наша история, вот никуда ее не денешь. И даже вот, знаете, вот партнеров, которых мы тогда находили, Белэнерго, очень трудно выразить, это Белэнергостройиндустрия, вот. Это та именно компания, которая в Белоруссии делала нам первые Г-образные опоры, вы знаете, да, да, для легкой путевой структуры. Они были невысокие, специально сделаны невысокие, да, порядка там 4 метров. Это было сделано технически специально для того, чтобы персонал мог обслуживать. И поэтому, когда задают вопросы, что ж так низко, почему нет? Нет, коллеги, по техническим, по всем параметрам заявленным мы можем подняться и до 100 метров на высоты, если это будет необходимо. Но именно здесь, в Мариной горке, для того, чтобы технический персонал мог обслуживать именно все юнибусы, винибайки и всевозможные наши машины, именно для этого было это сделано. Рот Хук, помните, да, бывший министр транспорта Австралии, он тогда, ему большое спасибо, потому что он сделал большое дело. Помним, да, Иннотранс 2016 Берлин. Берлин Иннотранс 2016. Для тех, кто не знает, это выставка. Это выставка именно индустрии, всех новшеств в именно автомобилестроении и все, что связано с транспортом, я вот так скажу. И тогда, вот вы на данной фотографии видите, мы представили три модели. Три модели и плюс еще мотор-колесо. И вот основные такие представители на этой компании был Виктор Бабурин и Рот Хук. Рот Хук. Можете найти в интернете очень много информации об этой первой выставке.
И дальнейшие выставки, вы знаете, вот выставка в Минске в 2016 году, потом далее выставка еще в разных странах. И именно в это время со строительством мы производим поездки всевозможные, выставки. При этом мы ищем партнеров для нашей жесткой путевой структуры. Вот в ноябре, в октябре, вы видите, сейчас 2016 года, мы как раз нашли партнеров, которые делали, сделали для нас именно то, что необходимо. И вот на данном видео мы как раз можем наблюдать монтаж путевой структуры, полужесткой путевой структуры, где как раз в ноябре, мы очень хорошо помним и запомнили этот день, когда Unibike стартовал, да, помним, стартовал. Мы здесь, видите, шлифмашинкой затачиваем еще вручную швы. Естественно, дальше это будет делать все автоматически, естественно, все это будет делать робот. Юбилейная международная выставка транспорта России в Москве в 2016 году, 10-я, где мы, министр тогда Сергей Сибиряков, представил нашу компанию министру транспорта Российской Федерации Максиму Юрьевичу Соколову. Это история. И 29 ноября 2016 года, это как раз именно тот день, когда Unibike стартовал. Первая машина двухместная показала свое движение по трассе, небольшой трассе, порядка 950, около километра, 950 метров, развивая скорость и показывая движение. Но это был фурор. Это второй день рождения Анатолия Чайницкого, я бы так сказал. Да? И это, в принципе, ну, так оно и есть. В декабре мы полностью уже подстроили, готов транспортно-логистический центр, она же станция. И в соответствии тому, что было заявлено в 3D-изображении, практически то же самое и было изготовлено. И это показательно, друзья, показательно и очень значимо. И мы идем дальше и дальше. И вот вы сейчас как раз видите 3D-изображение «Экотехнопарк», так как это было показано на, тогда нам это было показано на вот этих слайдах, на этих рисунках, все как будет и как мы планируем. И я вам честно скажу, получилось так, как мы запланировали. Но во время строительства еще и мы продолжаем движение свое по миру. То есть Индонезия, 2017 год, помните, да? Март 2017 года тоже знаменательная дата. Вот вы видите, сейчас с дрона снимают именно жесткая путевая структура, которая была смонтирована, и она осталась прям последняя ячейка, там 50 метров, в марте 2017 года. Естественно, показываем вот на этом слайде внизу, в правом нижнем углу, показана на фотографии разворотная позиция, как разворачивается и стрелка, там еще стрелочка. Можно посмотреть, как работает стрелка, потому что, если честно, вот на встрече с железнодорожниками в одном из крупных городов России был задан такой вопрос: а как у вас организован стрелочный вот этот момент, да, разгрузки? Пришлось вот показывать, объяснять и говорить. Вот. Дальше и дальше и дальше. Это просто для истории. Вспомним историю. Индия, 17-й год. Индия очень тогда серьезно была заинтересована, но по разным причинам желтая пресса, помните тогда, да, приостановилась все. Но вы знаете, не зря, вот я на сегодняшний день еще раз подтверждение пришло, что не зря тогда все это делалось, потому что, посмотрите, те, кто следит за новостями, за всеми событиями, могут проследить, что Индия опять возобновила, не возобновила свой интерес, а возобновила контакты с нами. Это очень важно. Это очень важно. То есть те наработки, которые были в прошлом сделаны, они прошли недаром. То есть недаром было сделано все. Экофест 2017, помним, да, прекраснейшее событие, где более 5000 человек приехало именно в Экотехнопарк, и тогда уже, конечно, был показан весь спектр нашего транспорта, практически на всех видах транспорта можно было прокатиться. Я думаю, что все, кто сегодня присутствует, да, и те, кто с 2014-2016 года, все старички, они все прокатились на этом виде транспорта, я больше, чем уверен, И знаю, вот как раз палец вверх показывал нам оператор этого видео.
Вот, Юницкий String Technologies, теперь мы так называемся. Почему ребрендинг, мы о нем долго говорили и много, почему произошел ребрендинг. Я благодарен Анатолию Эдуардовичу, что он вот на 4 где-то, на сегодняшний день даже, я бы сказал, на 10 шагов вперед, на сегодня он видит полностью, как должна развиваться компания, что мы должны делать и что нельзя ни под каким, я бы так сказал, соусом делать, говорить именно сегодня или тогда, или еще как-то. Не всегда мы его слушали. Я сам по себе могу сказать, что у меня тоже есть моменты, когда я делал определенные вещи, хотя Анатолий Дальше говорил, что не нужно этого делать. Но, тем не менее, опыт наработали. Опыт наработали, теперь наш логотип вот так именно выглядит, и сверху вот Юницкий String Technologies Incorporated. Это наша тема сегодняшняя. Наше сегодняшнее название компании связано с ребрендингом и с выходом на мировые пространства. И он, кстати, очень хорошо звучит и вписался в такое, в круги такие высокопоставленных лиц, очень хорошо это имя вошло. Вот обожаю эту фотографию, где вот именно механик, да, вот что-то там делает за мотор-колесом. Здесь наглядно можно на этой фотографии посмотреть, насколько, вроде бы, кажется, машина, когда она облечена в эту красоту, которая сверху у нее имеется, да, такой обтекаемый вид, но когда снимается весь обтекаемый вид и весь фюзеляж, то вот внутри она такая простая, но в то же время сложная. Вот мы можем даже наблюдать, какое количество всего там находится, но все четко на своих местах. И вы знаете, вот это именно эта машина, я вижу по конструкции, по всем воздуховодам и климат-системы, это, видимо, невидимо, а точно 100%, это машина, которая была изготовлена для Арабских Эмиратов, VIP-вариант. То есть у нее особое кондиционирование, особые моторы, особое, видите, подвеска там уже усовершенствована на тот момент. И машина такая достойная. Я хочу сказать, что машина прошла огромнейший цикл тестов именно в тех условиях в арабских, и она показала себя достойно. И тот коллектив, который у нас сейчас есть на нашем предприятии, сейчас он называется SV Plant, он, ну вот я прям буквально вот недавно, крайний раз был на предприятии, видел там очень много нового, не могу там все сказать в эфире, рассказываю только на закрытых встречах, но тем не менее очень много нового я увидел там в плане вот транспортного направления. Сенкевич, вы видите на левом верхнем, левой фотографии, это ведущий специалист нашего предприятия, прекраснейший человек, вообще светлая личность такая и полностью влюбленный в наш вид, конечно, транспорта. На этой фотографии я хочу остановиться особенно, потому что это аккумуляторный отдел, да, то есть мы сейчас имеем возможность, именно наши разработчики чуть-чуть переконструировали, перекроили под наш вид транспорта аккумуляторы. Теперь они у нас более, я бы так сказал, надежные и более эффективные, вот так. Со всеми. Ну, то есть полностью подогнали под нас. То есть под нас подогнали все. И это, знаете, это очень дорогого стоит. То есть все эти моменты, когда приезжает представитель на наше производство, вот мы проходим по всем этим кабинетам и так далее, соответственно, изначально подписав определенные бумаги о неразглашении, показываются все вещи, открываются все вещи, те, которые закрытые. И человек уходит, вы знаете, не просто, а человек уходит уже с пониманием, что он дальше делать будет и как коммуницировать с нами. Это очень важно. Это очень важно. Вот на сегодняшний день наш экотехнопарк со всеми трассами, которые у нас есть, не буду останавливаться на них, все о них знают. Те, кто новенькие, те, кто в первый раз смотрит, могут посмотреть в YouTube. Очень много всевозможных видео есть. И BIM технология создания 3D-модели и всевозможные программы новые, да, Dassault Systems и так далее. Это все используется по возможности, не перегибая палку. Да, используется нашим конструкторским бюро и именно предприятием. И вот Dassault Systems – это технология создания 3D-модели, сопряженная с реальностью, и тут же происходит контроль качества и строительства. Я сам был воочию убежден и видел вот этой программой, когда вот мы с коллегами тогда еще
Кирилл Бадулин был, вот вы видите на правой фотографии нижнюю, Кирилл Бадулин и представитель из Санкт-Петербурга. Он приехал посмотреть на предприятие. Я сам был воочию, видел, когда инженер подошел, исправил цифры и станок сделал, выточил именно ту деталь, которая по миллиметрам не подходила. Я тогда еще обратил внимание, говорю, слушайте, Дмитрий, а что там такое, что вы сделали? Он мне объяснил, что я сразу же полностью на этом компьютере изменил параметры, и то есть не подходила деталь, чуть-чуть была больше. Это очень важно. Это очень важно, да. И, конечно же, разработка уникальной конструкции преслонно-сдвижных дверей, да, теперь у нас преслонно-сдвижные. То есть если ранее у нас были распашные двери, вот как с правой, на правой нижней фотографии, да, то теперь мы ушли от распашных дверей, мы сократили расстояние, и теперь у нас преслонно сдвижные двери, вот левая верхняя фотография, это очень важно тоже, это, кстати, эта дверь тоже, прежде чем пойти и встать на именно нашу машину, то есть она прошла огромнейший цикл открывания-закрывания, открывания-закрывания со всевозможными, там вставляли на ночь даже предмет, который препятствовал, то есть она доходила до предмета, сжимала его и расходилась опять, и я спрашивал у рабочий, он говорит, знаете, мы думали, что на второй день она все-таки выйдет из строя, но нет, на третий день уже все-таки отключили эту систему и поняли, что, но и самое главное здесь, чтобы не получилось так, чтобы тебя не сжало, как клещами, тоже очень важно, да, то есть прислонилась, как-то прижала чуть-чуть, но пошла назад, точно тоже важно. То есть этот момент отработан. Теперь у нас с дверями тоже, видите, уже кнопка зеленая, то есть можно снаружи ее, в принципе, нажать, открыть. То есть важные моменты, они мелкие, но это важные детали, на которые обращает внимание покупатель, инвестор и так далее. Это очень важно. Это очень важно. Все вот эти фотографии, которые мы сейчас видим, это все реальные уже фотографии наших машин, наших производственных площадей, нашего полигона, наша аббревиатура теперь вот так звучит, она наш сертификат. Я почему я говорю наши? Потому что я полностью отношу себя к этой технологии. Поэтому я вот говорю наши. Потому что я считаю, что и те, кто партнеры, те, кто поверили когда-то и положили какие-то средства и до сих пор выкупают пакеты, они могут тоже с гордостью сказать, что это наше. Это наша технология, и я здесь участвовал своим детям, внукам, рассказывать, показывать фотографии. Это очень важно. Это очень важно для ваших детей, для моих детей, для внуков или вообще для будущего. Сейчас мы видим именно тот центр, который управляет Шарже за всеми трассами. Он будет и управлять, этот центр будет и управлять и грузовой тоже, грузовым направлением. Это тоже наша разработка. И получал вопросы, почему, для чего мы переехали вот в это большое здание. Вот вы сейчас увидите девятиэтажное здание, где вот коллеги на правой нижней фотографии меняют вывеску и ставят нашу новую атрибутику Юницкий Стрим Технологис. Да? Это тоже необходимость, потому что нужно было всех инженеров собрать в одно здание для удобства распределить их по этажам. И, соответственно, коммуникация очень быстрая и быстрое решение всех вопросов, потому что у нас по городу Минска были разбросаны отделы. Это было неудобно и терялось большое количество времени. Ну и плюс, конечно же, имидж компании, вот здание, в котором находится все полностью, все этажи можно сразу провести на свой этаж, не теряя с клиентом время, передвигаясь по городу и коммуницируя с тем или иным отделом. Это очень важно. Анатолий Ладович сейчас в деловой поездке в Арабских Эмиратах, он остается там до определенного времени, пока, сейчас мы знаем, да, там идет строительство и натяжение идет струн, и это очень важный момент, потому что это уже новое направление, мы натягиваем струны, и мы натягиваем вообще путевую структуру и, как это сказать, монтируем путевую структуру под грузовой вид транспорта. И здесь, конечно, Анатолий Эдуардович, он всегда так, он все, что где первое и где должно быть сделано правильно, он контролирует сам, перепроверяет или доверяет уже, ну, просто проверенным людям, которые, ну, в которых он верит и знает точно, что они не ошибутся. Потому что есть, я знаю по рассказам Анатолия Эдуардовича, что есть такие моменты, когда, ну, вот, происходили просто казусные вещи, когда приходилось за 2-3 дня пересчитывать все и быстренько переделать в течение там 5-6 дней определенные вещи, которые уже были сделаны.
Это есть наша история, это наша история, о них, скорее всего, будет все, будет немного чуть-чуть позже рассказано, но это наша уже история развития нашей компании. И хотим мы или нет, компания идет вперед, даже в этих сложнейших условиях мы все-таки идем вперед. И, конечно, большое спасибо всем партнерам, всем тем, кто верит и до конца знает, что этому делу быть. И этому, этой технологии быть реально. И, знаете, Анатолий Дадович всегда на всех полностью встречах, он всегда говорит, когда речь заходит об тех или иных организационных вопросах, он всегда, и я это уже убедился неоднократно, когда он говорил о том, что партнера в обиду не дам. И вот у него это звучит, и он всегда думает о партнере, я вам честно скажу, это меня, вот как меня, как инвестора, тоже это очень, ну, внутри греет, потому что это правильно. Правильно. И сертификационный центр мы сейчас видим, вот так это было, выглядело на 3D-изображение на бумаге, да, и сейчас это, конечно, уже грандиозная стройка, где практически основные вещи построены, и мы сейчас подходим, вот вы видите на данном слайде эко-дом, он уже есть, и он прекрасный, и потрясающий деревянный дом, который стоит в пустыне, и, значит, внутри совершенно, ну, неописуемый какой-то климат, в котором вот внутри, я вам как-то показывал видео, завелись осы, пчелы свили там улей, и этот улей никто не трогает, и этот улей там внутри живет, и это говорит о том, что микроклимат и все, что внутри находится, это способствует вот в песках, вот в этих, знаете, в пыли, в 60-градусной жаре внутри. Конечно, когда внутрь заходишь, но потрясающее состояние. Все, конечно, арабы и все с южных вот республик, те, кто приезжает, пакистанцы, иранцы, еще и афганцы, они все, конечно, потрясены, потому что там совершенно другой климат, какой-то необычный запах такой, дерево стоит, дерево нагревается, видимо, от температуры. Ну, в общем, неописуемая такая, какой-то деревянный оазис в пустыне. Вот так я бы сказал. Вот. VIP-машина тоже повела себя великолепно. Она прошла, вот у Олега Зарецкого я спрашивал, говорю, Олег, как машина вообще подводила? Ну, по-честному, вот. Он говорит, ты знаешь, вот за эти вот года, вот пока, насколько она там год с лишним ездит, передвигается, ее технически обслуживали, потому что, ну, там что-то меняли в ней, программы и так далее, обдув, вот рельс меняли немножечко, чуть-чуть другое делали, охлаждение пускали по-другому, изменяли, вот улучшали, я бы так сказал, параметры, но чтобы она, эта машина, подвела вот в эту жару, там, 65-градусную, там, почти до 70 градусов доходила, нет, машина не подвела себя, и вы знаете, это очень серьезный показатель. Это очень серьезный показатель надежности нашей техники. Поэтому, ну, вот как-то вот для меня, например, это когда Олег сказал, что нет, машина за эти вот, за это время, пока, а она не стоит, она постоянно туда отмотается от станции до станции, перевозит коллег, перевозит, вот как сейчас вы видите, основатель компании DTA, Maritin, да, и эти два основателя прибыли, именно смотрели грузовое направление, их тоже прокатили по этой трассе, и, ну, то есть все практически, все делегации, все те, кто были, они все прокатились, все посмотрели, как устроено диспетчерское, как все, то есть полностью весь цикл был показан, рассказан и проговорен с ними, то есть это очень важно, это очень-очень важно. Вот. Ну, про струнные технологии, про книгу я не буду, про книгу мы все знаем. Если кто-то не имеет этих книг, я думаю, что, коллеги, нужно приобрести эти книги, потому что, ну, их, во-первых, напечатали немного, а во-вторых, это память для всех партнеров наших, вот кто там, Ольга была, 14-й год, еще кто, 15, да даже для тех, кто в 20-21, по-моему, в 21 году, если я не ошибаюсь, Фокин и Астафоров Владимир, да, вот вам нужно приобрести, я просто советую, это мой совет, приобрести эту книгу, потому что это память, а по возможности, если еще будет такая возможность подписать ее у основателя, у Анатолия Дадовича Юницкого, ну, это будет вообще потрясающая память и для детей, для внуков рассказывать и говорить о том, что вы были причастны, я был причастен именно к реализации этой технологии. А реализация, она уже вот-вот прям, знаете, как это стоит, на пороге. Вот, кстати, вот эта фотография мне тоже очень нравится, она мне очень помогла в одной из переговоров, когда был сделан запрос о том, что можем ли мы перейти
через реку, да, через реку шириной, река Шильда шириной в 950 метров. Новая модель, это помним мы, о ней много очень писались, говорилось, вы видите уже здесь другие двери, вы видите уже у нее обзор, да, 360 градусов. Эта модель сделана специально для того, чтобы производить обзор, то есть те события, которые у нас происходят, в тех тендерах, в которых мы участвуем, я бы так сказал, мы должны быть готовы, когда тендер будет выигран и когда все скажет, вот, ну, будет сказано вот так, старт. То есть, когда будет сказано старт, мы должны быть готовы. Мы не можем замяться и что-то там говорить, ну, знаете, подождите еще там, допустим, 3-4 месяца, мы изготовим машины, они уже почти... Нет, машины должны быть готовы, все. Хотя бы 1-2-3 машины должны быть готовы, и они должны встать на трассу. А пока они встают на трассу, пока все протестируется, пока получаем сертификаты, то уже завод подспеет и еще сделает энное количество необходимых машин. Анатолий Юницкий сам самолично подписал, это в Экотехнопарке, кстати, этот плакат висит, когда вы находитесь в кафе, то через озеро можно наблюдать вот именно эту стену, где Анатолий Давидович своей рукой вот посредством вот такого вот баллончика подписал именно то, что было то, что написано. Для тех, кому интересно, посмотрите в «Мариной горке». И в этом фильме есть именно то, что написано на этой стене. И в заключение вот хочу сказать, что вот посмотрите четко на этой вот именно на этом слайде проследуется черное и белое, свет зеленое и серое, да. Вот я вам четко, я теперь на сегодняшний день я вот так скажу, что я четко уверен и знаю, что мы с вами именно наша технология это та составляющая, которая делает вот мир именно зеленым. Именно зеленым, светлым и чистым. И я уже точно теперь знаю, потому что ни один, вот прямо от слова совсем, человек, с которым я разговаривал, с которым я общался, деловой именно и высокопоставленный, ни один человек не остался равнодушным. И я вам честно хочу сказать, что ни у одного человека не осталось вот во время, после разговора так, что все, ну, как бы получил информацию и получил. Нет. То есть получается так, что люди начинают искать, изыскивать возможности, как, под каким соусом, под каким предлогом и где реализовать и как реализовать нашу технологию. То, что очень важно. Это очень важно. Так, теперь о следующем, да? Теперь о следующем. Значит, у нас появился теперь отдел. Такой отдел адресных проектов при СВЦ. Отдел адресных проектов при SkyWorld Community для, я бы так сказал, ну, я скажу вот так, для Юницкий String Technologies Incorporated. Да? То есть отдел был организован не просто так. Этим отделом теперь, я скажу так, этим отделом руковожу я, но у нас создалась такая команда. Команды в этом отделе высококлассных специалистов. Это не просто команда, а команда, которая уже год с лишним работала именно в этом направлении. Да? Вот я руковожу отделом, и в компании СВЦ я с 2014 года. Для понимания, коллеги, что такое адресный проект? Конечно же, адресный проект – это инфраструктурный комплекс. То есть он вмещает в себя все. Все составляющие адресного проекта, я не буду их сейчас перечислять, там много, станции, путевая структура, анкерные опоры, наши машины и так далее, И именно этот проект, коллеги, это очень важно, да, он направлен, конечно же, на получение прибыли от эксплуатации. То есть вот что значит, вот для понимания, что обозначает адресный проект, да. Особенности адресных проектов. Особенности адресных проектов, я бы сказал, такие тонкие, да, потому что, но адресный проект не заключается по щелчку пальца. Здесь, ну, я скажу так, что некорректное поведение изначально, неверная информация, чуть-чуть приулучшенная информация или, допустим, ну, приукрашенная информация, неточная информация, все очень серьезно влияет, и партнер считывает
партнер, который сидит напротив вас, он необычный. Если человек пришел с заказом на адресный проект, это уже человек необычный. Соответственно, он уже прошел, у него есть свой опыт, он считывает полностью тебя как штрих-код и понимает, где вы обманули, где вы солгали, где вы еще. То есть здесь надо просто, здесь нужно быть настолько аккуратным и четко вести дело по-деловому, я бы вот так скажу, да. Работа с инвестором, как правило, с заказчиком, да, очень тонкий процесс. Необходимо делать точные, правильные шаги исключительно компетентными представителями компании. Это очень важно. То есть на сегодняшний день все встречи, всевозможные, я не знаю, там, назначенные там какие-то рандеву и так далее, нужно обязательно на первых же шагах, на первых встречах обязательно должен присутствовать квалифицированный специалист, то есть специалист, который ответит на все вопросы. Но это просто архиважно, это нужно запомнить, друзья. Если кто-то где-то собирается куда-то там пойти, где-то там организовать и так далее, я просто вас прошу на это уделить очень большое внимание, потому что у меня есть колоссальный опыт, как не нужно делать. То есть ошибки мы больше не делаем, да? И вот именно поэтому был создан отдел из ведущих специалистов с опытом ведения переговоров и проектов. Переговоров и проектов, да? На первых шагах мы исключаем ошибки. То есть посредством адресного отдела мы исключаем ошибки. Далее. Цель и задача отдела адресных проектов. Адресный проект – это, конечно, большой труд. Это продукт большого труда, колоссального труда. Я вам честно скажу, я вам могу привести несколько примеров, не один. Это, то есть, работа команды. Во-первых, адресный проект нужно родить. Даже если он появился на свет, где-то там что-то затеплилось, это не говорит, что он будет осуществлен. То есть там есть свои определенные шаги, по которым надо четко шагать, да, и которые вот, ну, просто как отче наш, и где выявляется реальный заказчик и так далее, и так далее. Цель отдела. Какая же цель у отдела? То есть выявление реальности заказа и заказчика. Вот здесь я хочу остановиться, да, то есть выявление реального заказа и заказчика. Не допустить нереальных названных заказчиков, исключив тем самым потери времени и финансов головной компании. То есть мы колоссальное количество времени потеряли на первых встречах, на всевозможных заказах, разговоры с заказчиками, не проверяли, то есть потеря времени была колоссальная. На сегодняшний день мы набрались большого опыта, как делать не нужно. Для того, чтобы все было успешно, как делать не нужно, опыт есть. Задача отдела. Очень важный момент. При выявлении реальности заказа и заказчика, еще раз повторюсь, при выявлении реальности заказчика и заказа, потому что очень часто заказчик, ну, просто названный генерал, да, и заказа вообще нет как такового. То есть мы грамотно подготавливаем весь необходимые документы после выявления, подготавливаем необходимые документы для головной компании. То есть вот эту рутинную работу, основную, первую, делает наш проект, наш адресный отдел. То есть мы выявляем заказчика, проверяем его полностью, коммуницируем, первые делаем какие-то всевозможные расчеты и так. То есть у нас есть определенные шаги, есть уже наработанные вещи, о которых я дальше сейчас вам скажу, как мы идем, что мы делаем, чтобы нам не терять время. Хорошо? Дальше. Так рождается цель. Как же рождается наша цель, друзья? Я имею в виду цель заказа. Потому что у нас с вами цель – это как можно больше получить заказов и как можно быстрее реализовать все проекты, которые у нас будут. Да, неважно, сколько там их, 10, 15, 20, мы все сразу осилим, потому что они будут в разных местах, под разным соусом, на разных стадиях развития. То есть мы все проекты осилим, я вам честно говорю, мы сможем это сделать. Если даже мы не осилим 20-й проект, значит, мы привлечем определенные структуры, которые нам помогут в определенных местах подубыстрить тот или иной процесс. Значит, первый шаг, что мы делаем? Необходимо написать на мой рабочий e-mail, который вы видите в левом углу, да, v.volkov@skyway.capital, запрос.
кто вы, тема запроса, ну и так далее, да? Далее, что происходит дальше? Далее, после того, как я получаю запрос, мы с коллегами его обрабатываем, далее партнеру высылается лист-опросник, на который необходимо ответить. Здесь очень важный момент. Почему именно лист-опросник? Там немного вопросов, порядка 20, может быть, чуть-чуть побольше, я могу ошибаться, но вопросы серьезные, вопросы очень конкретные, и вопросы такие, знаете, ну по-взрослому, вот так, почему, для чего мы это сделали? Для того, чтобы на этом, вот на этом путь, именно моменте отсеять вот всех тех, кто названные, потому что названные генералы, не состоявшийся заказ, он просто не сможет ответить на вопросы. Вопросы серьезные, еще раз говорю. То есть получаете, партнеру высылается лист-опросник. У меня есть на сегодняшний день порядка 2 или 3 человек, которые объявились в заказе, но после высылания партнеру лист-опросника, все, человек пропал. То есть пропадает и все. То есть человек понимает, что он некомпетентен. Это очень хорошо, потому что сократил наше время, и мы не потеряли время на, как ранее это было, у нас есть опыт. У меня есть опыт, во всяком случае, как не нужно делать. Третий шаг. Исходя из полученных данных, принимается решение по дальнейшим правильным шагам, учитывая, не вычеркивая партнера, участвующего в процессе запроса. Еще раз повторюсь, коллеги, здесь вот очень важный момент, потому что каждый раз переспрашивают. То есть когда мы получаем данные и их обрабатываем по правильным шагам, шагаем, мы учитываем, не вычеркиваем партнера, который участвует в процессе запроса. Да? Партнер будет учитан. Это очень важный момент. Закрепите у себя. И четвертый шаг – это отдел связывается уже с инициатором для дальнейшей четкой, качественной проработки заказа. Вот здесь мы исключаем ошибки. Все, у нас на данном этапе ошибок нет. То есть мы вообще полностью исключили ошибки. То есть все коммуникации у нас, по всем коммуникациям, по всем шагам есть определенная дорожная карта, определенный стиль ходьбы и ведения переговоров. Это очень важно. Это очень важно. Как компания помогает партнерам? Конечно же, компания помогает партнерам, взяв на себя ответственность. То есть компания берет на себя ответственность. И на первых шагах совместное корректное ведение заказчика. То есть компания берет ответственность и ведет заказчика. Конечно же, на первых встречах это очень важно, обязательно, вот прям под слово совсем, видите, даже большими буквами выделено слово, обязательно должны с первого момента общения присутствовать специалисты, чтобы не сделать ошибок, чтобы не дезинформировать партнера, чтобы ни в коем случае не сказать, что километр наш стоит вот столько-то, столько-то, а если мы там что-то сделаем, то это мы можем вам скидку сделать или еще, то есть нет, все, то есть ошибок, это будет, ну, грубейшая ошибка. И самое, что главное, этот человек в себе в голове оставит вот то, что было сказано по цифрам, и если еще и запишет их, то потом этого исправить, ну, просто невозможно. Все, вы потеряли инвестора и потеряли заказчика. То есть везде четкие шаги, да? Ну, вроде бы все. Вот, друзья, как-то так. Для понимания, я думаю, что для тех, кто пожелает посмотреть еще раз для себя эту информацию еще раз уложить в голову, да, то можно еще раз вернуться будет к записи, запись будет, и можно будет посмотреть по проектам, как мы делаем по шагам и что мы делаем, и, ну, и вообще как бы как вести и что происходит посредством коммуникации с отделом адресных проектов. Вот на сегодня как бы все, да, сейчас посмотрю, есть ли вопросы, если я смогу ответить, вот у нас буквально еще 2-3 минутки, 4. Я включу пока включу видео, пускай идет, а я пока почитаю, что мне пишут.
Друзья, ну вот в интернете я не вижу таких вопросов. Вопросы все повторяющиеся. Там 15-й этап, когда закончится, когда же дивиденды мы получим, ну когда же нет реальных там проектов. Ну не знаю, вот коллеги, вот просто, знаете, меня удивляет энное количество людей, которые ну, просто не читают, не видят, не смотрят. То есть Анатолий Леонидович четко проговорил, и это, об этом и наши коллеги, и Алексей Суходоев тоже говорит. Но, видимо, люди просто не хотят услышать, а желают, чтобы им ответили в личку именно. Но тогда нужно вам делать запрос непосредственно в компанию, в технический отдел под письмом и так далее. Вот. Дело в том, что компания это, посмотрите, компания это работает, компания идет, компания выкладывает все новости. Да, компания не говорит о серьезных вещах, которые происходят на поле, я бы так сказал, ну, если хотите, строительство и так далее, закладки, не знаю, там, всевозможных договоров и так далее. Но я вам честно скажу, что вот почему-то, когда перестали говорить вживую и перестали выкладывать в интернет информацию, все дела пошли очень хорошо, все МОУ и все контракты и предпроектные вещи делаются, деньги переводятся, и все идет вот таким... Конечно же, все тяжело немножко в связи с сегодняшней ситуацией и так далее. Но почему-то все стало очень хорошо идти, делаться, и заказы восстанавливаются, и приходит то, что недоставлено было и так далее. Там. Ну, то есть, соответственно, нужно сделать выбор, а чего мы с вами желаем. Для того, чтобы информационно мы блистали и рассказывали всем нашим, ну, не знаю, тем, кто не хочет, чтобы технология состоялась, выложить все наши карты на поле, да, и далее что? Ну, нет, конечно, нет, Анатолий Леонидович, я знаю, точно этого не допустит, потому что у нас этот год вообще решающий, и те позитивные моменты, которые сейчас к концу года и в начале года будут открыты по ходу принятия решения и по ходу состояния мировой экономики и всего того, что происходит. Потому что не всю информацию можно открывать в тот момент. Вот, допустим, на сегодняшний день нельзя эту информацию открыть, потому что еще не готово пространство и сообщество. А сообществу будет открываться информация именно та, порционная, и уже есть определенные у Анатолия Леонидовича и у команды видения, какая информация будет открыта до Нового года, а какая информация будет открыта после Нового года, а какая информация будет открыта в середине следующего года. Или еще что-то и так далее. То есть есть четкие понимания, и мы четко по этим именно шагам идем. Поэтому, но вот я в чате вижу здесь именно вживую, Пестов Николай пишет, когда покажут первые адресные проекты. Адресные проекты, Николай, покажут тогда, когда полностью никто вообще от слова совсем не сможет палки сунуть в колеса. Это точно, и я знаю точно, что ни один адресный проект сейчас не будет заранее высказан или выложен в интернет, дабы не испортить того, что сделано, той колоссальной работы, которая проделана. Я сам прекрасно сейчас участвую во многих вещах и понимаю, о чем говорит Анатолий Леонидович, когда он говорит, что нельзя информацию выдавать. Потому что даже тот партнер, который приходит, он первым что делает? Он первым подписывает МОУ. То есть меморандум of understanding, то есть взаимное понимание, что можно говорить, что нельзя, что можно говорить, что нельзя. И вы знаете, я почитал этот меморандум и понял, что партнер выставил 15 позиций, и там прописано, вы не можете информацию выдавать вот эту, информацию вот эту, вот это нельзя выдавать в интернет до определенного момента. Все, о чем вы говорите? Ну что, а если мы не подписываем МОУ, значит, мы не идем дальше работать. А, соответственно, если та компания и наша компания подписывает такие серьезнейшие документы, соответственно, мы идем именно по пунктам этого подписанного МОУ. Это очень важно. И ждем обратный выкуп, когда будет. Будет точно, я знаю точно, что как только состоится, все пазлы сойдутся, Анатолий Леонидович неоднократно говорил об этом. Кстати, у нас обратный выкуп уже был. И вот это в любом случае в программе компании, в программе группы компаний этот пункт есть. Этот пункт есть. Когда именно и временные позиции, об этом говорит головная компания. Головная компания сама назначает и четко говорит, когда. То есть если вы 10-15 раз будете спрашивать у членов правления СВЦ,
даже если они будут знать, ну, во всяком случае, я честно знаю, точно скажу вам, что ни один член правления этой информацией не владеет, потому что именно эту информацию, именно это решает сам Анатолий Эдуардович и головная компания. То есть они принимают решения, исходя из сегодняшней ситуации, из возможностей и по ситуации, хорошей ситуации. То есть благоприятная ситуация настала, и они видят, что да, мы можем сделать определенный выкуп, и они назначают дату, допустим, через 2 месяца мы делаем выкуп вот такой-то, такой-то, такой-то. Но это только решает головная компания. Поэтому, ну вот, Пестов Николай, если я вам ответил, ну, как бы для понимания, да. Но в этом направлении, я вам честно скажу, в этом направлении разговоры я слышал неоднократно и ведется четко. Дату не могу, не знаю. Дату не знаю, потому что у меня другое направление. Мне понятно. Спасибо, Николай. У меня направление по адресным проектам, и я знаю, что наша компания, вот честно скажу вам, наша компания в этом направлении, ну, просто потрясающе делает успехи. Я вот сейчас подписал документы, неразглашение и документы, ну, соответствующие, и, я, естественно, мне открылась информация, и я доступен там к определенным вещам, и я вижу, что, ну, мои, во всяком случае, те мои внутренние чувства по поводу хорошего состояния в плане развития компании, они увеличились, ну, не знаю, раз, наверное, в 10-15, я понял, что да, все-таки меня моя чуйка не подвела. Вот так. Все, коллеги, я на сегодня заканчиваю, да? И мы идем дальше. И следующая встреча у нас 20.09. По ходу буду смотреть и что возможно будет открывать. Что-то я буду советоваться, естественно, с головной компанией, что можно в краем там, что нельзя, буду открывать именно по проектам, по продвижению. Но я вам честно хочу сказать, вот слушайте и Алексея Суходоева, и наших спикеров, меня тоже иногда между строк все-таки информацию мы выдаем. Если посмотреть ее и хорошо проанализировать, тот, кто имеет аналитический ум, тот сопоставит факты и скажет «да». Именно вот, как это, пазлики сошлись. Вот так, пазлы сошлись, потому что, ну, коллеги, вот, ну, мы все взрослые, правда, без всяких. Нужно понимание иметь, что мы с вами делаем, ну, просто грандиозно трудное дело. И самое главное, что это военно-стратегическое направление, именно дороги, все, что связано с перемещением и так далее. То есть не все так просто, но мы идем. Посмотрите, наш караван идет вперед. То есть в таких сегодняшних событиях мы идем вперед, уверенно идем вперед. Все, друзья, всех нам благ, включаю видео и до 20 числа.